Всем привет! Сегодня сложно представить нашу жизнь без пластиковых карт. Их производители давно определили стандартные параметры, которые устанавливают размер и физические свойства. Правда, мало людей знает, как правильно пользоваться своими картами. Эта информация будет полезна для вас. У тех клиентов Сбербанка, которые подключены к услуге «Мобильный банк», есть масса удобных сервисов. Только не все об этом знают. Вот, например, как думаете, что будет, если на телефоне набрать команду «900-01» и нажать вызов? А будет следующее. Набрав данную команду «900-01» клиент Сбербанка мгновенно в ответ получит смс-сообщение об остатке средств на своей банковской карте. Если у вас несколько банковских карт, команда будет выглядеть вот так. «900-01-1234», где вместо 1234 указывайте последние 4 цифры той карты, по которой хотите узнать остаток средств. Данная команда доступна только для тех, кто является абонентами Билайн, Мегафон и Теле2. Видимо, МТС и Сбербанк никак не договорится о сотрудничестве.